Директор фонда городского развития «Фонд Твери» Юлия Саранова рассказала об итогах работы организации за 2020 год. Публичная презентация отчета состоялась в центре «Мой бизнес». Благодаря деятельности организации помощь и поддержку получило около 500 жителей Тверской области. Тему продолжит Наталья Чекет. Мероприятие собрало всех неравнодушных – сотрудников фонда, волонтеров, общественников и партнеров, которые помогали фонду Твери менять к лучшему жизнь людей. Директор фонда Юлия Саранова рассказала, что прошедший год проверил благотворительный сектор на прочность и гибкость, умение работать в непростой ситуации. Мы реализовали множество проектов, связанных с гуманитарной помощью людям. Самым крупным из них, который, наверное, известен каждому в регионе, стала акция «Мы вместе», в рамках которой мы помогали продуктами одиноким пожилым людям, находящимся в изоляции, семьям в трудной жизненной ситуации. Больше 46 тысяч жителей получили помощь. В акции «Мы вместе» приняло участие более 1000 волонтеров. Они помогали малоимущим пожилым жителям Тверской области. В условиях пандемии коронавируса на базе фонда Твери был организован полный цикл оказания оперативной продуктовой помощи. Одним из добровольцев, кто работал в региональном штабе, была Ксения Ремезова, студентка Тверского государственного университета. Мы работали на складе с продуктовыми наборами. У нас было 2 смены. И потом мы сначала работали на складе, а потом развозили по адресам. Как бы в день у нас было около 40 заказов, может быть, в маршрутном листе. И это тоже было достаточно хороший опыт в моей волонтерской деятельности. Напомним, что 5 марта на встрече с волонтерами акции взаимопомощи «Мы вместе» губернатор Игорь Рудени поблагодарил их за активность, неравнодушие и за огромную работу, которую они проделали в период пандемии. Игорь Рудени подчеркнул, правительство региона готово оказывать поддержку в реализации перспективных проектов в сфере добровольчества. Мы в Тверской области видим, как волонтерское движение приобрело совершенно и другой масштаб, и я даже думаю, дополнительные направления. Мы очень благодарны и видели, как вы работаете в это непростое время. Самое главное, это оценили даже не мы, а это оценило население, те люди, которым требовалась ваша помощь. Благотворительному марафону присоединились десятки компаний. Как рассказала руководитель сети аптек Марина Григорян, когда к ним обратилась Юлия Саранова, они сразу же откликнулись, так как понимали, какую важную роль выполняют волонтеры фонда. Естественно, мы прямо кинулись помогать ребятам. Ну, это очень важная работа. Знаете, очень радует то, что вот этот год сплотил многих. И вот эта вот беда, она в очередной раз показала состоятельность нашей молодежи, нашего общества. Помимо продуктовой помощи, в рамках проекта «Добрый шкаф» фонд Твери оказывал помощь вещами. Более 2300 жителей области получили необходимую помощь. Им было передано 48 тысяч вещей. 600 человек, простых жителей и руководителей крупных тверских предприятий, сделали пожертвования для реализации проекта. А в 2021 году фонд Твери планирует расширить свою деятельность, реализовывать новые проекты и масштабировать текущие программы, чтобы помощь была оказана нуждающимся в ней во всех районах Тверской области.